Ну, сегодня состоялось в Санкт-Петербургском городском суде рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Герасимова на предпоследнее продление меры пресечения Саши. К сожалению, оно осталось без изменений. Точнее, это изменение было, но оно несущественное. Исключили из постановления возможность Саши предупредить своих соучастников преступления. Каких соучастников, нам непонятно. Но с каждым судебным заседанием что-то доисключается. В прошлый раз исключили ее административную ответственность, то есть возможность продолжать свою преступную деятельность в связи с тем, что она задержана была по нарушению санитарных эпидемиологических норм. И мы даже сегодня с Сашей посмеялись, что с каждым судебным заседанием мы будем просто исключать по какому-то непонятному нам доводу, и в конце концов не останется ничего, и Саша будет свободным. Мы приобщили очень много медицинских документов, которые подтверждают Сашины заболевания. Мы приобщили консультации кардиолога, гастроэнтеролога и терапевта. Приобщили также выписку из ее медицинской карты в СИЗО. Но, к сожалению, это никоим образом не повлияло на внутреннее убеждение судьи, которая выносила сегодня решение, которое засилило меру пресечения Саши. Также сегодня мною подавалось заявление о вызове свидетелей для характеристики личности, а также о рассказе о заболеваниях Саши. Но, к сожалению, суд в этом отказал и сообщил о том, что явка свидетелей не говорит о том, что они обязаны будут вызваны для допроса. Но такая у нас возможность в любом случае есть в суде первой инстанции, чем мы обычно и пользуемся. Мы будем и дальше о тебе заботиться, мы тебя не оставим. Мы очень любим тебя. Мы с Лешей, и все твои друзья, все постоянно спрашивают о тебе, как ты.